Общий сбор десантников на площади металлургов. В их ряды сегодня был зачислен и сталевар, что на монументе металлургам. Сегодня и у него огромный голубой берет, сшитый специально к этой дате. Десантники встречались, поздравляли друг друга, делились воспоминаниями об армейских буднях. Много стрельб, много испытаний для себя, выносливость, что жили в невыносимых условиях. И даже спустя несколько лет находили своих сослуживцев. Владикавказ. 339 РБ. Вот они нашли. Сегодня здесь не только молодежь, но и ветераны, участники боевых действий. Не раз они выручали друг друга в трудную минуту, подставляя плечо. Запомнить дружбу, честь. Да, и да. Совесть, и главное встречаться. Десантная дружба, она самая крепкая. Самая крепкая. Это есть на самом деле, ребята. Поздравляю вас всех с днем воздушно-десантных войск! Ура! 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 Сегодня десантники побывали на городском кладбище, почтили память товарищей, которые пали в боях. Это тоже традиция 2 августа. Как полагается, элитным войскам шли они организованно колонной по три. Пели строевые песни, а на кладбище минута молчания. Дань уважения исполнившим долг перед страной и погибшим десантникам. Без участия воздушно-десантных войск не обошлось ни одно разрешение военного конфликта на территории бывшего Советского Союза. Еще одно памятное место – мемориал воинам-интернационалистам, что на Соборной горке. ВДВ – это одни из самых элитных войск не только России, но и, наверное, мира, потому что они своим успехами в службе, своим мастерством, своей боевой подготовкой, своим героизмом, мужеством во время Великой Отечественной войны, во время конфликтов в горячих точках, они доказали, что это лучшие, одни из лучших войск, одни из лучших подразделений не только в российской армии, но, наверное, в мировой армии. Следующий пункт назначения голубых беретов – традиционно череповецкие парки отдыха. Охрану порядка в местах празднования обеспечивают 50 сотрудников УВД. До позднего вечера они несут усиленное патрулирование парков, рынков и улиц города. Очень культурно всегда праздники проводим. Всегда весело у нас. Никогда не было такого беспредела, как говорится. Нужно тоже уважать себя, уважать людей, окружающих. По словам сотрудников полиции, в последние годы в Череповце этот праздник проходит спокойно. Этот год не стал исключением. Ушли в прошлое погромы рынков и переворачивание машин.